рассказывай. Давай, давай, присядем, рассказывай, будешь рассказывать мне. Что рассказывать? Что за безобразие было с твоей стороны? Ну, пап, какой-то чемодан. Как можно было вообще в чемодан залезть? Ну, челлендж просто снимала. Лиза, этот челлендж, это опасный челлендж. Потому что в багаже это, знаешь, как швыряют багаж? Может упасть прямо на асфальт с трехметровой высоты. Ну да, я уже проверила сама. Меня и швыряли, и крутили, что со мной только не делали. Но я такого делать больше не буду, потому что это не особо приятно. Ты понимаешь, что ты пока еще не доросла до того возраста, когда ты можешь самостоятельно делать такие путешествия, тем более в чемодане, так это точно. В этом вообще нет никакого возраста для того, чтобы путешествовать в чемодане. Это просто глупая затея. Ну, вот, ну, ты еще не можешь сама. Я справилась со своим заданием. Ну, ты со своим заданием справилась, но я пока... Я взяла такси, я приехала домой. Молодец. Я здесь кушать тебе готова. Но это небезопасно, Лиз. Ты пока не можешь без нас выживать в новой среде. Ну, почему не могу? Я же смогла сейчас. Лизонь, все это детская пустая болтовня, понимаешь? Детская болтовня, пап? Вот давай на примере, давай мы поспорим, что я смогу продержаться 24 часа без вас, сама. А где ты будешь спать? Это уже мои дела. А что ты будешь есть? Ну, тоже мои дела. То есть мои ты хочешь сказать, что ты сутки сама можешь полностью легко прожить? Все, давай, спорим. Я докажу то, что я смогу 24 часа, как взрослый человек, прожить самостоятельно. И эти 24 часа я проведу на пляже. Хорошо, вперед. Спорим. Спорим на правду. Все. Ну, я, наверное, уже обуваюсь, и 24 часа начинается. Только давай договоримся так. Я беру свой телефон для связи. Я вам не звоню, вы мне не звоните. Я позвоню вам только в экстренных случаях, если я чувствую опасность или угрозу. И вы мне тоже не звоните. Все хорошо. Вперед. Все, я обуваюсь, одеваюсь. Давай, и пока. 24 часа. А мы пока тут будем. Есть для тебя фрукты разные. А ты иди, я иди, гуляй. Молодец. Вперед. Пока. Это по-взрослому. Ну я как думаю, можно. Что... Вить, ну как можно отпускать? Ну она же мелкая еще. Не переживай. В башке там ничего еще нет. Не переживай. Не переживай, все будет хорошо. Я уверен, что она справится. Все будет нормально. Блин. Не, ну честно, вы решили надо мной посмеяться вдвоем, наверное. Не переживай, серьезно. Все будет хорошо, потому что она уже подросла. Ну что, бегать за ней это всю ночь? Нет, теперь не надо бегать. С ней будет связь все время. Не переживай, все будет хорошо, поверь мне. Миха, ну как не переживай? Вы сутки... Все будет хорошо. До Шри-Ланки добралась? Добралась. Вот. И сутки продержится легко. Миха, вы, конечно, не знаю, ведь... Давай ты на себя берешь ответственность. Я беру на себя ответственность, не переживай, все хорошо. Привет, ребята. Сегодня будет очень крутой челлендж. Перед началом этого видео я советую подписаться на мой канал. Как вы видите, сейчас я на темном пляже. Сзади очень темный океан, в котором купаться практически нереально. Это очень опасно и страшно. Уже очень поздно, ну, почти 8. И сейчас просто выползает вся живность. Столько раков, отшельников, маленькие, большие. В общем, давайте я вам все покажу. Идите сюда. Как видите, под этой пальмой уже очень много. Смотрите, сколько. Они боятся света, и, кстати, их очень легко взять, но неприятно, когда они дотрагиваются. Видите, какой он красивый? У каждых вообще разные ракушки. Видите? У этого вообще какая-то... Кстати, этот отель стоит $500 за ночь. Это просто жесть. Поэтому я уверена, что там есть бассейн. Если мне... удастся пробраться, то я думаю, знаю, куда мы пойдем. А вот и бассейн! Ребята, это шикарный бассейн. Хотя ладно, я не уверена, что получится. Мне кажется, лучше сейчас найти место, где я посплю. Ну, смотрите, реально на лежачке, в принципе, должно быть очень даже удобно. Или вон, смотрите, что это такое. А, это тоже лежачки, я думала, лавочка. Допустим, пойти в самое далекое место, там, где... могут быть лежачки. Я направляюсь прямо в кухню, и пока что мне никто ничего не говорит по поводу того, что я здесь не имею права находиться. Кстати, можно будет здесь как-нибудь и покушать. Ребята, я сейчас могу просто спокойно обуться и заделаться как посетитель отеля. Ведь здесь all inclusive, то есть ты сам себе набираешь все, что хочешь. Я думаю, так и сделаем, потому что выбора нет. Голодать я не собираюсь 24 часа. Все, ребят, я погнала. Ух. Ребят, только что была полная жесть.
Моя камера была выключена, поэтому я, к сожалению, не смогла заснять, но меня очень жестко выгнали, когда увидели то, что я себе очень много наложила. Попросили предъявить какой-то там не документ, а какой-то браслетик у них есть. У меня его нету. И они сказали, чтобы я сюда больше не приходила, а то вызовут жесткую охрану. И они спросили потом, ну типа, думали, может, я потеряла реально. Они спросили, в каком ты номере? Я сказала, 315-й. Оказывается, 315-го номера здесь нет, поэтому я сразу поняла то, что лучше уйти или мне будет хуже. Поэтому так я не покушала. Но, кстати, передохнуть, переночевать здесь, в принципе, можно будет. Вообще, ребят, спокойной ночи. О, ай, твердо. Если честно, здесь так жарко, то что одеяло вообще не надо. Мне бы желательно еще еду. Но я думаю, это как-то потом я разберусь. Крабов поем. В общем, я, наверное, буду ложиться спать, но есть только один прикол. Во-первых, тут очень много насекомых, очень много комаров, они меня могут закусать. А во-вторых, здесь немного страшненько, потому что могут какие-нибудь пролетать, ну, обычно здесь пролетают какие-нибудь летучие мыши, или проползают вараны, или змеи. Но, надеюсь, всего этого не будет, но я спать. Привет, ребят! Блин, наверное, ничего не слышно. Идемте отойдем. В общем, ребят, я проснулась просто посреди ночи из-за ужасного шума бурлыканья в животе. Я так хочу есть, это просто жесть. И я подумала то, что это будет нормально, если я зайду в какое-то кафе, потому что я вспомнила то, что в моем рюкзачке есть деньги. Зайду в какую-то кафешку и перекушу. Все равно это вот пляж. Видите, вот океан. А вот кафешки. Я, кстати, здесь на борде видела пицца. Пицца здесь очень недорогая, поэтому я смогу себе заказать сколько пиц, столько захочу. Excuse me, can you take an order? Yes, I want one margarita without oregano and one orange juice. Okay, thank you. В общем, я уже все заказала и жду, пока мне принесут. Мой orange juice, он очень вкусный, я его уже попробовала. Я потом посмотрела, здесь достаточно недорогое мороженое, и я его тоже заказала. Очень вкусное, мое любимое, ванильное, просто обожаю ванильное. Ребята, короче, мне уже принесли наконец-то пиццу, и я сейчас в телефончике веду прямой эфир с Алиной. Как дела? У меня хорошо, у тебя как рассказывает. Вот так вот, просто супер. Она вроде обычная. У меня такой и сыр вкусный, и кетчуп вкусный, и тесто вкусное. Вообще все очень вкусно. Вообще, ребят, я полностью наелась, полностью объелась. И я так подумала, то, что заснуть я хочу не где-то на топчанчике, а просто возле природы, возле пальмы, со звуком океана и на теплом-теплом песочке. Поэтому сейчас я буду ложиться спать. Ребята, мне так хорошо спалось, такой мягенький песочек. И сейчас я пойду в ванную, а моя ванная это океан. Ой, ребят, кто-то маску оставил. Возьму-ка я ее. Вода здесь такая теплая и классная. И очень хорошо то, что у меня есть iPhone XS. Он водонепроницаемый, и поэтому я могу снимать не только на суше, а и в воде. А сама я обожаю смотреть видео под водой. О, это же мой знакомый мороженщик. И у меня осталось как раз совсем немного денег. Дайте мне, пожалуйста, ванильное мороженое. Я его обожаю. Ого, какое большое! Ну, это мне хватит на полчаса. Это просто рай на земле. Я лучше места никогда не встречала. О боже, что это за монстры? Офигеть, это черепахи прямо у самого берега. Они нереально большие. Боже, они больше даже Саши. Я в шоке. Блин, черепаха такая большая, как я прям. Боже, у нее такой гладенький панцирь. И такая классная кожа на ощупь. Мне так повезло, то, что сегодня я купаюсь с черепахами. Что может быть лучше? Мне кажется, моя прогулка в одиночестве очень даже удалась. Ребята, это так круто, когда лето можно почувствовать и зимой. Это вообще так классно, и особенно, когда тебе никто не мешает. Я имею в виду семью.
Так, наконец-то 24 часа я проведу без них. И не надо мне говорить такого, то что я не смогу это сделать. Для меня это легко. Блин! Ой! Я увидела маму, а она увидела меня. Это жесть. Ой, ладно. Мама меня позвала, и все, мой отдых накрылся. Но я очень рада, то, что я 24 часа провела без них. А что там есть покушать? Акула. Акула? Ну ладно. Спасибо. Ну, Лизочка, так мама и говорила, ничего не получилось из этой идеи. Маленькая ты еще, дорогая, маленькая, понимаешь? Я легко могу 24 часа прожить одна. Ты не можешь существовать еще без родителей. Не можешь. Это невозможно. Как я это сделала? Лиза, я тебя прошу. Я сегодня шикарно спала на тепленьком песочке. Нет, ты тебя не будешь. Я черепах больше. Мам, все я могу. И не такая я уже и маленькая. Лизонечка, такая маленькая. Вышла так, как я тебе и говорила. Что максимум сутки и все. Ну, и дальше... Но я же смогла эти сутки сама. Смогла. И что? Продолжишь? Я, конечно, могу, но... Но кушать хочется. Да. Идем покормим тебя. Красоту. Давай. Давай? Да. Так что, мир? Мир. Это и... С вами была я, Лиза, и я надеюсь, вам понравился это 24 часа. Он был самым сложным из вообще которых я когда-либо делала, потому что это 24 часа на улице челлендж. Это было сложно, ребят. И я всем доказала то, что я могу 24 часа прожить вообще без ничего, кроме немного денег. В общем, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А с вами была я, Лиза, всех люблю. Пока! Лизонь, как провела эти сутки? О, это было шикарно. Я, значит, такая просыпаюсь, а тут пальмочки, океан. И, кстати, спала я на теплом-теплом песочке. Классно. Какие у тебя были сложности там или... Трудности какие у тебя были? Когда я искала себе место, где переночевать, я увидела нереально много раков-отшельников. Они были такие страшные. А еще крабы, которые нереально быстро бегали. Ну, это не самая большая опасность, это однозначно. Ну, молодец, Лизка, поздравляю тебя. Ты достаточно самостоятельная. Да, видишь, как ты растешь быстро, меняешься. И тогда даже я этого не замечаю. Ладненько, давай вместе уже дальше отдыхать, хорошо? Хорошо, если я что-то затеяю, я вас предупрежу. Да я знаю тебя. Предупредишь, конечно. Опять пранканешь кого-нибудь. Ищи свищи потом тебя, да? Малая. Ладно, я пойду, выложу фотографию. Давай.